Итак, друзья, представляю вот такую Ригу, радиоприемник Рига, модель 103-2. Шпанированный корпус, здесь, конечно, дефектики. Сейчас покажу, это вот поскрябано здесь. Вот. И сверху сошел лак, шпон не нарушен. Вот вид сзади. Панельки, конечно, уже повыгорели. Вот Рига 103-2. Три КВ диапазона. Длинные, средние и УКВ. УКВ наше отечество. Спереди в левом нижнем углу вмонтирован выключатель питания. Но это не значит, что штатный не работает. Вот, включаю. И включаю штатным выключателем. Видите, все работает. Так, регулятор громкости. Не шуршит. Тембр. Не шуршит. Вот, бас шуршит немножко. Так. Сейчас включен диапазон УКВ. Просто УКВ. Вот, пытаемся подстроить. О том, что видели. Конечно, здесь апостола Петра. Вот. Вот настроил на УКВ станцию. Господь возвести. Включаю магнитную антенну. Прием ухудшился. Автоподстройка частоты на УКВ есть. Сразу прием стал лучше. Ну, есть еще здесь такая опция, как широкая полоса, но здесь только шумы она ловит. Особенно в том случае, когда дорога тяжелая, тернистая. Это вот на штыревую антенну с автоподстройкой. Видите, как красиво ловит. И люди испытывают страх. В штатный батарейный отсек вмонтирован вот такой трансформаторный блок питания со стабилизацией на транзисторе. Все как положено. Даже фильтрующий дроссель на выходе стоит. Вот, сейчас я включу. Наверное, все-таки кондерчики надо поменять. Армянские здесь стоят. Те, когда проблема была с хорошими кондерами, поставили такие. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.